Так, ми готуємося нормально до цієї гри. Просто хочу сказати, що граємо з командою дуже збалансованої команди, компактна команда. Звісно, треба респектувати кожну команду, яка йде на перше місце в будь-якому чемпіонаті. Але у нас наша задача, добре, що у нас 2-3 чоловіки, які були з травмами, вже працюють, вже готуються к ігрі. Настрой такий, треба вигравати ігру завтра, будь-яка победа підходить. Тому тільки можу сказати, що завтра тільки йде перший тайм, а, звісно, все буде рішатися в другій ігрі, коли будемо грати на весь. Спасибо. Пожалуйста, ваши вопросы. Добрый день. Вы сказали, что вот несколько человек уже готовятся, тренируются. Кого вы имели в виду? Ну, имел в виду Каритка, имел в виду Жуковского. Это люди, которые пропустили достаточно. Просто люди, которые нужны команде. И когда и готовили эту команду, они сами опытные люди, ожидали достаточно от них. И, конечно, это хорошо, что не будет завтра, а завтра будет. Просто Каритко играл прошлую игру тайм или больше. Ну, просто для тренировки с командой. Да. Это сейчас чуть-чуть больше времени, чуть-чуть идет все как надо. И думаем, что завтра будет готов и готовить игры. Сейчас самая проблемная позиция в команде, вернее, линия, это защита. Вы уже определились, кто завтра будет играть, вот, в частности, вместо Бангура? Ну да, я определился, будет играть Копленко. Мы играли второй тайм. Против Искача. Просто у нас выбора нет много. Это наша проблема от начала чемпионата. Просто исправляемся как можно. И я ему доверяю. Я думаю, что тут никаких проблем нет. Еще один раз, Беларусь. А кто увидит завтра команду с капитанской повязкой? Валерий Жуковский. Он второй капитан. Гутер был первый, а второй Тигарев был третий. Его нет, но это самый старший после него. Но Игнатович, правильно? Да, я думаю, Игнатович будет второй. Раз уже вы вспомнили Игнатовича, значит, он будет завтра стоять в воротах? Конечно. Хамутовский будет, 100%. Не будет? Конечно, Игнатович будет стоять. А вас не волнует, что у него совсем мало игровой практики было и в этом году, и в прошлом? Нет, этот человек и просто ждал тот момент. И, конечно, это самая сложная позиция в команде. Всі довго ждали, що Ігнат візьме місце між на воротами. Це просто так іде. Ми Гутера подождали, Гутер нашу команду. Уїхав зараз Ігнат, його великий шанс. І треба використовувати той шанс. Достатньо ігри було його, він за дубль стояв просто останні дві тижні. 2,5 його, яка мікротравма була. Тому не стояв за дубль, але Ігнат повністю готовий. Вопрос? Я извиняюсь, если этот вопрос, скажем, не допечатать, то коллеги, я думаю, меня поддержат, и писать его то не будут. Общаетесь ли вы с Сергеем Чижом? И если да, то как-то он транслирует вам пожелания, Юрий Александрович? Ну, конечно, я общаюсь с Сергеем постоянно, и мы обсуждаем каждую проблему. И просто у нас сейчас такая ситуация по команде, и мы общаемся и по усилению, и думаем, как усилить команду, и все идет нормально. Просто надо подождать чуть-чуть время, нам регистрационный период начинается, когда 10-го, я думаю. И поэтому надо. Но у нас, да, мы уже готовим, кого будем, и на просмотр приглашать здесь, и, конечно, люди, которые
сразу мог усилить, усилить команду и попасть в основу, что нам нужно. Можно ли сказать, что к старту в Еврокубках команда подходит не в лучшем психологическом фоне вот после двух поражений подряд в чемпионате? Да, можно, можно так сказать, но просто это новый турнир. Начинаем, новая энергия будет 100%. Игроки очень хорошо знают, что могут получить из тех игр. Поэтому нам нужно идти из раунда в раунд. И это большой шанс и за клуб, и за игроки. Это свободно могу сказать, это видно от прошлого года. Посмотрите, какой интерес был к нашим футболистам. Просто уже 10 человек от прошлого года нету, нету команды. Поэтому это большой шанс для каждого футболиста проявить себя. Если можно, если вспомнить вот год назад ваше... ваши ожидания от старта и, так сказать, удачный сезон, вы попали в групповой раунд. И вот сегодняшние ожидания, насколько они разнятся и когда оптимизма больше у вас было, в прошлом году или сейчас? Ну, смотрит, у меня оптимизма много. Я такой человек, я всегда хочу больше и больше, и требуем от команды это, но просто невозможно сравнять прошлые годы и то и год. Больше ничего не хочу говорить, но только хочу сказать, что я на каждой тренировке вижу желание футболистов, они отдаются полностью и думаем, что завтра они будут решать все на поле. Просто другого выбора нет. Становилась жаркая погода. Как вы думаете, кому больше негативно, так сказать, она повлияет? Хозяевам или гостям? На кого? Ну, и именно. Защищаться, наверное, легче все-таки, чем атаковать. Ну, конечно, просто это поле, погода, форма, мяч, это просто это не надо никакой изговор, никакие не нужен, просто на поле надо идти в каждой погоде, отдаваться максимально и быть готов за все, что может случиться. Просто поэтому, если жарко, если холодно, то нас не должен играть и быть на уровне, по каждой и каждой поле. Пожалуйста. Вы упомянули Корицка. Вот, что я хотел спросить. Вы его в прошлом году использовали, ну, в середине поля, там, в качестве разыгрывающего, будем говорить, да? Вообще, когда-то он у нас очень здорово бегал по флангу. Может, сейчас ему не позволяет возраст и физические кондиции, или вы знаете об этом его качестве? Ну, спасибо, что вы меня сказали. Я подумаю об этом и посмотрите завтра, на какой позиции. Как подумаете, Лук, насколько вызовет зрительский интерес завтрашняя игра? Много ли придет болельщиков на стадион? Ну, я постоянно говорю, что болельщики должны понимать ситуацию, это непростая ситуация, у нас нам поддержка нужна. Я ожидаю, что они будут 12-й игрок наш завтра и ожидаем, что будет больше. Просто и другой турнир открывается, и нам нужна поддержка. Нам нужна поддержка больше. Ну, еще вопрос, как вы думаете, вот ваш коллега Олег Кубаев, он доволен тем, что вот у вас много травмированных, что многие не смогут играть, или больше его пугает эта неизвестность того, кто выйдет завтра против него? Ну, я не знаю, что сказать, просто 100% он знает ситуацию, какая здесь, но это не имеет никакого значения, просто на поле все решается, и я доверяю мою команду, и я знаю, что 100% будем готовы завтра за игру, и что 100% максимально будем отдаваться на 90-95, насколько будет игра. Кому вы симпатизируете на чемпионате Европы, и используете ли вы сейчас уже этот опыт вот на тренировках? Например, говорите ребятам, что вот Исландия, допустим, нет в составе ярких звезд, а они за счет каких-то качеств. Ну, конечно, смотрим и... Кому вы симпатизируете лично? Ну, знаете, я
Мне очень нравится, как Италия играет. Конечно, будет очень сложная игра против Германии. Французы тоже хорошо играют, но только знаем, что Германия в финал будет. Кто будет против этого? Это всегда так бывает. И последних, я не знаю сколько, 12-14 лет, но постоянно они полуфинал, финал. Но идет интересный футбол, идет. Уже видно, что талант против организации, физической подготовки, тактики не пройдет. Это команды, которые физически готовы, которые тактически стоят хорошо на поле, которые точно знают, как броняются, как атакуют, но не прогрессируют. Это отдает результат больше, чем талант. Конечно, надо сказать, что это футболисты на большом уровне, сами лучшие футболисты своих стран, и это футболисты, которые играют самым сильным чемпионатом. И видно, что по-другому идет игра. В группе было так чуть-чуть по-другому, но уже футбол хороший идет. Когда на восьмой начало уже играется намного лучше. Еще что-то, может, кого-то интересует? Тогда всем спасибо. Спасибо. Спасибо.